задачи лаборатории – это, прежде всего, масса размножения ценных плодово-ягодных, декоративных культур, именно оздоровленных, хороших материалов. Вторая задача – это оздоровление посадочного материала. Очень многие сады уже настолько старые, настолько больные, что их надо оздоравливать. То есть постоянно малина, кустарники, все они постоянно вирусным заболеванием заболевают. Вот их надо постоянно оздоравливать. И третье – это ускорение селекционного процесса. Но вот массовое размножение культур достигается чем? Во-первых, меристемной культурой. То есть мы берем одну почку, и из нее мы можем в течение года 30 тысяч растений получить. За счет того, что это делается, размножение идет круглогодично. То есть идет на улице не надо ничего. Минус 40 на улице, а у нас идет здесь потом минус 26. Потом это большая масса, ее рассаживается. Вот здесь уже выращивают именно уже посаженные, где идет размножение, поддерживается определенная температура, определенный световой режим. Буквально несколько слой клеток, буквально мельчайший, под микроскопом он делается, потом из него вырастает растение, его мы снова делим, из него снова вырастает растение, снова его делим, то есть получается абсолютно геометрическая прогрессия. И вот уже первый год посажен плодоносит перцы. Не привязанный, не прикрученный, как медведев туда, значит. Кстати, вот понюхать и пахнет настоящий, подзревает вперед. Да ладно. Вот. Есть, слабый запах, но есть. Где-то прежде. Через неделю где-то, сейчас еще где-то, через пробовать неделю созреет. Можно, пробовать уже можно? Ну, через неделю созреет, где-то вот сейчас вот на подходе. А если организм не может вырабатывать антитела? Здравствуйте. Уважаемые ребята, это исполняющий обязанности губернатора Челябинской области, Дубровский Борис Александрович. 11 класс наш. 11 класс. Я вообще закончил школу, но... Заканчивать в этом году. Хорошо. Итак, если организм не вырабатывает антитела, то тогда мы в организм добавляем из окружающей среды что? Лекарственные препараты. Да? Итак, мы с вами сегодня имеем возможность посмотреть, что же происходит внутри организма, когда туда попадают как раз лекарственные препараты. Как организм принимает и что происходит с теми вирусами и бактериями, которые оказываются под воздействием лекарственных препаратов. Эритроциты. И лейкоциты, а также некоторые патогенные бактерии, вызывающие ее. То есть эти бактерии сопротивляются действию антибиотика. Другой вид устойчивых к лекарствам бактерий выделяет деструктивные ферменты, которые, связываясь с антибиотиками,